В Кайкенском районе юнармейцы встретились с героями России. К ним приехали Игорь Медоев и Магомед Гимбатов. Герои рассказали присутствующим о специфике их службы в вооруженных силах России, поделились с ребятами фактами из личной биографии. Такие встречи проводят для того, чтобы подрастающее поколение знало историю своей страны из первых уст на примере боевых подвигов защитников Отечества. Все это в рамках всероссийской патриотической акции «Вахта героев Отечества». В Дагестане она проходит с 7 по 11 сентября.